Ты слушаешь вежливых людей, значит, ты слышишь правду. Каждое наше слово подтверждено реальными действиями. Мы ведем бескомпромиссную борьбу с истинным врагом украинского народа. Националистами, карателями и наемниками из других стран, которых киевская хунта пригласила в страну, наплевав на интересы собственных граждан. Хунта дала наемникам шанс заработать на вашей крови. Нас позвали на помощь жители Донбасса, которые первыми увидели истинное лицо киевской власти. Простой народ превратился в пушечное мясо, разменную монету и живой щит. Их это устраивает. Их, но не нас. Украинская власть сделала все, чтобы военнослужащие ВСУ начисто забыли слова присяги. Мы напомним, нам несложно. Более того, уже напоминаем. И об этом красноречивее любых слов говорит число бойцов, сдавших оружие. Обратите внимание на отношение России к украинским военнопленным. Вас это шокировало? Наверняка. Целые и невредимые люди, которым предоставили возможность связаться с родными. Все хорошо, я вернусь обязательно. Мы оказываем медицинскую помощь и кормим досыта ваших же солдат. Ваш президент не рассчитывал на то, что вы будете жить после того, как израсходуете свой боекомплект. Он надеялся, что наша жестокость не даст вам разглядеть правду. Реальность имеет свойство отрезвлять. Мы не жестоки, мы вежливые люди. Это должен знать каждый.